6 декабря 2017 год. Площадь около ДК «Нефтяников», Куйбышевский район. Вот у нас на площади стоит такая прекрасная, правда зеленая, но с короной, лягушка. Это, конечно, очень здорово и символично в Куйбышевском районе, который построен на болоте, вот эту лягушечку посадить. Но все-таки мы ждем, не дождемся, когда здесь принцесса-то появится. И тот принц, который освободит нас, Куйбышевский район, от этого болота. Ну, видно, в этом году не предвидится. Хотя, кто знает, в дополнение к нашей лягушечке вот здесь поставлена такая, я так понял, жар-птица. Уже продвижение есть. Жар. Видеонаблюдение ведется. Значит, обещали нам поставить горки. Жители района обратились к губернатору Самарской области Азару Дмитрию Игоревичу. Задача поставлена. Ну и посмотрим, какая будет елка. Денег у нас в районе не очень много. Но елка — это важно. Птичка порадовала.